Неравнодушных оказалось минимальное количество. В Международный женский день на центральную улицу Иркутска вышли участницы движения феминисток. О своих правах рассказывали с плакатов и листовок. Девушки написали около десятка лозунгов. Для того, чтобы лучше донести их содержание, применили актерские навыки. Так, например, одна из участниц пикета цепью пристегнула себя к кастрюле, а на ее плакате было написано «Место женщины на кухне». Другие девушки скотчем заклеили себе рты, пытаясь дать понять, что женщинам хочется делиться своим мнением. Всего в пикете участвовали 12 девушек из Иркутска и области. По словам организаторов акции, целью пикета было напомнить жителям города, что 8 марта начали праздновать в знак борьбы женщин с дискриминацией.